Что такое безопасность и кто ее должен обеспечивать? Эти актуальные вопросы будут обсуждаться на Международном конгрессе, который пройдет в Москве в октябре этого года. Этот важный разговор с властями инициировали представители общественных организаций. Общественная палата – это один из организаторов. Есть другие независимые, так сказать, общественные организации, такие как Союз офицеров запаса, Всемирный союз офицеров запаса, такие как Торговая палата. Во время дискуссии участники Конгресса обсудят вопросы экономической, правовой и военной безопасности, проведут тематические встречи, консультации и мастер-классы. Мы всегда чутко, остро понимали проблемы, которые существуют сегодня в армии. Сегодня пока остро стоят вопросы переоснащения, перевооружения, оборудования, обмундирования, использования современных цифровых технологий. Сегодня даже обсуждаются новые концепции ведения боя. Конечно, в этой ситуации вот эти все аспекты безопасности, они на самом деле очень органично переплетены. Конгресс будет совмещен с профильной выставкой, на которой можно будет познакомиться с актуальными продуктами и технологиями. Ожидается, что в смотре примут участие представители более 50 стран мира.